Третья неделя для участницы проекта «Преображение Ольги» началась с промежуточной диагностики состояния кожи. Первичное исследование выявило у нее недостаток влаги, излишнюю пигментацию и мимические морщины. Но после курса рекомендованных аппаратных процедур состояние кожи заметно улучшилось. Показатель увлажненности повысился, снизился уровень пигментных пятен, повысился пурпур кожи, эластичность, цвет лица стал более ровным, и мимические морщины стали менее заметными. Далее Ольга направилась на диагностику к специалисту по снижению веса. На первой встрече у нее выявили вторую степень ожирения. Но благодаря соблюдению всех указаний специалистов и занятиям на инновационных тренажерах, наша героиня добилась хороших результатов. Замечательно поработали, очень хорошо видно изменения. Вы практически подошли к границе ожирения второй степени и первой. То есть вы уже переходите из второй в первую степень. Буквально осталось где-то с полкило убрать. Плакать охота от радости. Ушло почти 3 килограмма жира, ушла вода 2800. И хорошо у нее мышечная масса на хорошем уровне. То есть она не теряет мышцы, все у нее идет правильно, замечательно. Потому что она правильно все поняла, что мы расписали с ней меню, все придерживается. Дневничок заполняет очень аккуратно и ведет все правильно. То есть я за нее рада, процесс идет правильно. Чтобы достичь конечной цели и закрепить впоследствии результат, Ольге необходимо по-прежнему следить за питанием и продолжать занятия на инновационных тренажерах. Ольга, также смотрите, это виброплатформа. Что она нам дает? Сокращаются мышцы до 400 раз. Также убирается отдышка, да, уходит внутреннее абдоминальное ожирение. Мышцы приходят в тонус, укрепляется мышечный каркас. Если вы сделаете 5 приседаний на полу, это 5 приседаний на полу. Если сделать 5 приседаний на платформе, это равно, как будто вы сделали их 20. Ну, немножечко есть, да, то есть работа идет мышц. Также, Ольга, смотрите, данные два аппарата называются бодирол, бодирол на основе лимфодренажного массажа. Барабан вращается и прорабатывает все проблемные зоны, начиная с шейно-воротникового отдела, заканчивая ступнями. Убирается остеохондроз, солевые отложения, дряблость кожи. У женщин послеродовые, мужчин приобретенные растяжки, неважно, давнишние или свежесть. При включенном аппарате внутри включается лампа инфракрасного света, которая дополнительно топит жировую прослойку и прогревает болевые места боли в спине, пояснице, отечность в ногах, боли в ногах. Синяков абсолютно не оставляет, да, то есть за это можно не переживать. Как все, не больно, не щекотно? Нет, не больно, очень приятное ощущение. Ну, ощущения очень такие необычные, приятные, усталость. Таких тренажеров я еще нигде не видела, первый раз вот на них занималась. Здоровье хочу, самое главное, потому что стало уже тяжело ходить, одышка появилась, колени устают. В следующей серии Ольга продолжит процедуры омоложения. Ее ждет электропорация, которая борется с мимическими морщинами. Пока я не видела себя в зеркало, но ощущения приятные. А также альгинатная маска с заметным лифтинговым эффектом. Кожа сразу же прям становится гладкая.